Молебен перед началом нового учебного года служится традиционно во всех православных храмах. Исповедь и причастие в первую очередь учат ребенка духовной дисциплине. Школьники вместе с родителями молятся, как правило, каждый о своем. Объединяют, пожалуй, в этот день их просьбы помощи Господу в школьных делах, чтобы легко давались науки и обучение было успешным. Просим за учебу молодому человеку, вот нашему Глебу, вот, чтобы он учился. Первый класс идет, чтобы у него все получалось, все было хорошо, ну, радовал нас. Наверное, о том, что мы были терпимее. Прибавление ума Николаю в школе, чтобы детки наши учились, чтобы у них все получалось и добивались своих целей. После окончания молебна школьники и родители, пришедшие на службу, были окроплены святой водой. Дети получили памятные подарки и угощения. Церковь своего рода напоминает и детям, и всем верующим, чтобы мы всегда любили Бога, любили Отечество, любили свою церковь и, конечно, жили по заповедям Божьим, вели правильный, здоровый образ жизни. Ну и, конечно, само причастие святых Христовых тайн, исповедь, они нас очищают от греха, то есть делают чище, светлее. Вторая часть – представление от воспитанников воскресной школы, которая работает при храме. Дети загадали взрослым загадки и рассказали стихотворение. Лето кончилось, ура! Школу хочет детвора, хочет школу не простую, а церковно-приходскую. Мария Мосур, Евгений Стариков, служба новостей ИТВ.